Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Когда пожилого бездомного побрили и постригли, оказалось, что ему 30 лет, и он настоящий красавец. Когда бездомный попал в центр социальной реабилитации, никто из работников и подумать не мог, что этот человек не дряхлый старик, а молодой мужчина, который попал в сложную жизненную ситуацию. Мужчина попал в центр в неприглядном внешнем виде. Лицо обрамляла густая борода, спутанные локоны местами сбились в комки. Как и всех бездомных, незнакомца усадили в парикмахерское кресло, чтобы хоть немного привести в порядок. Ничто не предвещало, что уже вскоре работники увидят совсем другого человека, не того старика, который сел в кресло. Мастер начал выполнять свою работу. Вооружившись триммером, он удалил длинные пряди, предварительно срезав ножницами колтуны. Бродяги также сбрили бороду и даже сделали стрижку. Работники учреждения ахнули, когда увидели в кресле статного молодого мужчину весьма эффектной внешности. Он мог бы стать звездой Голливуда, учитывая его внешние данные – высокий рост, правильные черты лица. Незнакомец признался, что ему 30 лет и что он попал в сложную жизненную ситуацию. Мастер, который занимался стрижкой, выслушав его историю, рассказал, что сам когда-то был на его месте, но нашел в себе силы подняться со дна. Теперь у него есть работа, жена и двое детей. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.